Пляж в селе Сосны Успенского поселения хорошо известен не только в Одинцовском районе, но и за его пределами. Отличное место для летнего отдыха из года в год становится ареной для проведения местного турнира по пляжным видам спорта. На этот раз количество участников особенно порадовало. Только на волейбол заявилось более 20 областных и столичных команд. Не подвела и погода. Одним словом, все сложилось удачно для проведения пляжных соревнований самого высокого, можно сказать, олимпийского уровня. Мы помним наш олимпийский слоган нашей Олимпиады в Сочи «Зимние, жаркие твои», а мы всегда говорили «Летние, холодные наши». Но вот в этом году, как никогда, погода совпала, и все способствует тому, что праздник прошел успешно. Именно так, как и должно быть на пляже, на современных курортах. Но это на нашей территории, пусть такой наш местный праздник, но он прекрасный, хороший и востребован. Соревнования проходили в нескольких дисциплинах. Главным, конечно, стал турнир по пляжному волейболу. Высокий уровень команд делал зрелищным каждое противостояние, так что зрителям скучать не приходилось. Параллельно, буквально в нескольких метрах, разгорались нешуточные страсти на поле для водного футбола. Скорость и техника в таких матчах не имеют решающего значения. Главное – самому удержаться на ногах и помочь сопернику потерять равновесие. А для тех, кто помладше, на отдельной площадке организовали бои по аквастрайку. Сложно сказать, как здесь определялся чемпион. Очевидно, кто остался сухим, тот и победил. У успенского поселения большие планы по освоению этой прекрасной территории. Уже на протяжении 2 лет мы занимаемся процедурой оформления земельного участка. И при проведении строительного часа, который проводил глава Одинцовского района Андрей Робертович Иванов, выработана концепция по обустройству данной территории. Здесь будет современный прекрасный пляж со стационарными бассейнами, с хорошей зоной отдыха. Конечно же, это все будет проводиться с помощью инвестора, который будет развивать эту территорию. Но самая главная задача, которая поставлена на уровне и правительства, о том, что любой бизнес должен быть социальным, и на нашей территории тоже решается. Если строится какой-то коммерческий объект, то рядом должен появиться объект социальный для всех жителей поселения и для наших гостей. Оказалось, что дома помогают не только стены, но и пляжи. Во всех водных состязаниях и в волейболе победа досталась хозяевам, спортсменам из успенского поселения. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».